Расширить границы. To make that person's world bigger. Сделать мир этого человека больше. Richer. Богаче. More full of choice, more full of option. С предоставленным выбором, с предоставленным Every time you expand boundaries. Каждый раз, когда вы расширяете границы. Every time you correct processes. Всякий раз, когда вы подправляете процессы, корректируете процессы. That person is becoming better. Этот человек становится лучше. More skillful. Более умелым. Having more freedom, more choices. У него появляется больше свободы, больше вариантов выбора. The name of the game is choices. Название игры – выбор. So you hear nobody, you hear never. Вы слышите никогда. Okay. Verbal challenge. Вербальный вызов, который Can you give me an example when it happened? Приведи мне пример, когда это происходило. Can you cite one exception? Можешь ли ты назвать одно исключение? And sometimes the people will give you one exception, then what's the second exception, and what's the third exception, and what's the Второе исключение каково? Третье исключение каково? Четвертое исключение? I never do anything right. Я никогда не делаю ничего как положено. Can you give me an example of one simple thing you did correctly? Одной простой вещи, которую ты сделал как положено? No. Нет. I can't. Не могу. You can't. Не можешь? I may be wrong, but Я, может, ошибаюсь, но it appears that похоже, что those shoes are on the correct feet. Вот эти ноги, эти, эта обувь надета правильно. Did somebody else put them on for you? На тебя их кто-то надел? You look to me like you have pants on. Выглядишь так, как будто на тебе надеты брюки. Did somebody put them on for you? На тебя кто-то надел? No, no, okay. Не, so, не, ну ладно, big deal. So, о, очень сложно, да? I put my shoes on the right feet and I'm wearing pants. На правильную ногу одеть ботинок and a shirt. Надеть брюки. Okay, great. So what? My life is never any good. Моя жизнь ни на что не годна. So, can you identify one thing in your life? Можешь назвать одну вещь в твоей жизни? One experience. Одно переживание. That was pleasant. Которое было приятно. One. Одно. No. Нет. Never. Никогда. Not one. Ни одного. Tell me about your papa. Расскажи мне о папе. Do you ever remember him smiling? Ты вообще помнишь, как он улыбался? Ever. Когда-либо. Okay, yeah, so he smiled, but ну, it wasn't хорошо, at me. Ну хорошо, ладно, улыбался. Wasn't at me. Но не мне. Was it in your direction? Ну, в твоем направлении? Well. Ну. Yeah, but it was accidental. Да, но случайно. As soon as they give you an example. Как только они предоставляют вам пример. They have grown. Они выросли. The boundary is gone. Граница исчезла. And you can extend from the boundary. И вы можете отходить от границы. Into more and more positive experiences. Приходить к большему и большему количеству позитивных переживаний. Что вы знаете? When a person uses universal quantifiers. Что когда человек использует универсальные квантификаторы, that is impossible for those universal quantifiers to be accurate. Для этих универсальных квантификаторов нереально отражать действительность. They can't be. Это невозможно. The person would not be with you. Иначе человек бы не стоял перед вами. They have had positive experiences. У человека были позитивные переживания. Okay.